Раз-раз, хардбас. Раз-раз, хардбас. Origin, origin, надо обновить. Origin, origin. What the fuck, motherfucker? Вот, поиграли. What the fucking shit? Да, да. Да. Смотри, вот у тебя повторное подключение, да, пишет? Да. Вот, жмешь левую кнопку мыши, повторное подключение, и сразу жмешь Escape. И будет сразу продолжить. Понял? Появилось продолжить. Ну, у меня Escape жму, выйти на рабочий стол. Грузится. Ну и ты жмешь Escape, и должно отмениться, и потом должно появиться продолжить. Выйти на рабочий стол у меня нажимается. Может не Escape, а Tab? Я
У меня только выйти на рабочий стол показывается. Ну попробуй, ты попробуй его заново включить, я заново включил. Выключил, заново включил. Я выключал, обновлял этот. Ну понял, сейчас еще раз выключи, заново включи. Через, только через Origin. Я через Origin заходил. Ну попробуй еще раз. Сейчас пробую. Пинг-понг, дин-дон. Что-то там Fortnite я начал обновлять, что он вообще долго обновляется. Там клик всего лишь, а обновляется вообще что-то долго. Я еще не пробовал. Не знаю, что там будет в Fortnite. Ау. Escape нажал, продолжить. Вроде заходит. Вот зашло. Зашел, да? Да, да, все. Давай сейчас зайдем. Давай. Alright. Holy shit, motherfucker. Сейчас я браузер выключу. Давай стрельбище, Ванёк, сейчас прогрузится. Сколько у тебя процессор загружен сейчас? 80. А ты поставил то, что тебе сказал в этом? В драйвере. А, не поставил. Ну, иди ставь. А, сейчас не зайду, нахуй, наверное. Ну, я же зашел. Это надо игру заново перезапускать. Да. Ну, а потом не зайдет. Ну, я же зашел. Давай, ладно, сейчас. Покажи экран. Яма, что за качество? Так. Настройки производительности. Вручную справа. Все выключай. Вот это выключить? Да. Выключил. Все, а теперь запускай. Заменить изменения, да? Да. Все, там слева заходи. Ну, слева то, что ты мне сначала показывал. Тут, все, запускай. Тут все выключено. Да. Все, тогда запускай, да. Все, жду.
Да. Что же ты так долго заряжаешься, братишка? Thirty-two minutes in the charge. Оба-оба. Зашел? Нет, еле зашел. Ну чё, сейчас сколько процентов проц? 86. Давай, следующий.
чё? Лёх. Что мне показываешь? Сколько видюха загружено? Сколько жрет? Сколько? Сколько видюха жрет? Ну, сейчас 0% написано. А ват сколько жрет? 110. Процесс, наверное, все равно у тебя загружен. Просто сейчас загружен. Давай.
Пойду. Я чё втроём? Всё быстро меняется. Сейчас сколько видео хожат? Ты загрузился? Пора выигрывать, а для этого хорошо бы остаться в живых. Ты меня слышишь? Сейчас, да. Вот, 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 вот у меня видюха, то сотку, то ноль, то сотку, то ноль. Перед вами чемпион. Есть тонкая грань между... По ватам? Там вы меня встретите. Процентом? Ты права, ты спрашиваешь, что? Да. Давайте приземлимся здесь. Приготовиться к битве. Вот не перестал на призыв. Хватит, не убивай. Зашибись. Вовремя, да, я сказал. Если видно, что мы не первые туда взлетели и бежим, то туда нету смысла бежать. Если честно, тогда вообще смысла нет лететь даже. Я Блок Хунда. Зашибись. Можете звать меня Блоком. Ты отжал?
Нет, ну ты опять не, ты не загрузился опять. Я был отлично, но нельзя. Ну а я загрузился в катку без тебя. Все, выхожу. Я загрузился в катку, а не ты один, получается, загрузился. Да. Вот сейчас ты говоришь, Варен, ты еще в матче. Давай заново патч собирать. Давай. Я принял. Я там посмотрел, у меня в настройках. Автоматически они стоят, не вручную. И там, где настройки игры, там все выключено. Короче, надо было автоматически оставить. Да. Но я почему я вручную ставил? Я ставил вручную, не знаю, почему они автоматически поставились. Ладно, давай, выиграем. Славная победа добывается потом и кровью. Так. Я как раз отшумировал. Отполировался. Скоро 1000 убийств. Будем отмечать? Да. Я выбирал оффлайн и закажу аирдроп. Поехали! Лететь далеко, но весело. Ты по другой стороне пробегал поверху? Нет. Я туда вообще быстро прошел. Повезло нам. Ты не я нет. Я подобрал, короче. Ну если бы я ее нашел, я бы подобрал. Я тебя подобрал. Ты бы лучше подобрал. Где они, ситуация? Я не видел. Где-то справа. Да, но тут до этого только все светлее, там в середине. Там вот они. Враг. Открываем огонь по врагу. Ты открыл дверь? Минус 60 отнял. Есть баночки. Да. Держи, наверху скидываю. А на хп. Это вообще-то называется аккумуляторы. Скидываю все, что мне не нужно.
Сейчас я себя починю. Туда нажал. На дробовик патроны есть? Могу скинуть чуть-чуть. У тебя у самого дробовик? Здесь боеприпасы для дробовика. Да, но у меня одна, у меня было 15 штук. Угу. Следов нету. Другие эти. Долутаемся пока что. А что ты не захилился до конца? У меня нечего. У меня есть только вот. Феникс. А я тебе сколько ты... Две. Ваня, не знаю. Лечусь. Ты какой рубль? 99-й и... Ева 8. На тебе это. Здесь увеличенный легкий магазин. Второго уровня. Пошли посмотрим, что там будем. Всячески стрелять. Обнаружен враг. Надо бы их просветить, поближе, поближе подойди. О, тут, тут пробегали. Тут бежали, тут туда побежали. 30 секунд назад. Следы пропали, а вот они. Тут я дал, или это ты на сипке? Вижу цель. Свети их туда. Вижу. Ни по кому не попал. Светить их. У него брони не было. Да. А, потому что он с этой шел. А, это ульта была. Снял 117. Есть большие банки? У меня Феникс есть. Их встречаю. Убежали. Не выходи. Блин, еще была а граната. Надо Фениксом лечиться, Леха. Тварь. Не пали меня, не пали меня. Как увидел, пойду. Жестко, они отбились от тех, еще нас убили, прикинь. Ну...
по-настоящему живу, лишь между жизнью и смертью. Лагает. Вот тварь. Интересный геймплей. Невероятно. Интересный до безобразия. Нонтере плюс ультра. Вот в меню и тут видюха вообще на полную хреналит. Как в игру загружаешься, все. 100-120 ватт. Как будто бы, блин, ей вообще не нужно работать. У меня сейчас 66. У меня сейчас 150. Сейчас уже стало 130. Это ваш чемпион. А сейчас 120. А когда у меня тут 160 было, у меня был FPS в полете 55.
Ты тут, Ванёк? Да. Предлагаю приземлиться вот тут. Приготовиться к битве. Сюда уже нет, мы уже будем здесь не первые. Насрать. Там уже будет какой-то заряд. Давай сюда. Тут типы. Я слышал, у меня ничего нет. Меня убили. Я нашел миротворца. Так, так. Когда вы меня заметите, я уже буду далеко, а вас уже мимо. Давайте приземлимся здесь. Вот так, держитесь. Добил. Хорош. Давай его. Тут где-то еще бегают. Дверь открыли к нам. Где? А хрен его знает. Вот он у меня. Наверх поднялся. Мне кажется, нужно бежать просто, пока у тебя нет оружия, сломя голову, куда-то непонятно куда. Слышишь? Да. А мы страдаем дичью какой-то, у нас ничего нет, а мы тут ждем, пока они на нас нападут.
такие Рэмбо. Что принесет мне день? Я готов ко всему. Вот мы Рэмбо, видишь? Да. Только не работает он. На минималках. Перед вами чемпион. Сразу, да? Давай. Вот это кинкало выйдет, кстати, да. Зададим им жару, братья! Нормально. Ага, это вроде нормально, но не могу никого убить. Точнее могу, но достаточно много. Если я не найду оружие, я просто выбегу и побегу, хрен знает куда, Лёха. Нашёл спидфайр. Нам прилетели. Так, крыша у нас. Спускается. Где помощь? Ты у него стрелял вообще? Конечно, значит два раза. Ты дома попал. Меня. Ты убил? Последний готов. Да. Он упал быстрее, чем снаряды моих обстрелов. Я заряжу и готов. Новый лидер по убийствам. Берегитесь. Есть у нас физически? Да, не знаю. У меня есть только легкий тяжелый снайпер. Я у него, все, у него, я спрашиваю, у него есть мистик, я забрал. Тут еще кто-то. Я лечусь. Давай ждет. Пошли наверх. Здесь увеличенный легкий магазин. Второго уровня. Дрянь, интересно. Здесь ячейка щита. Тут следов уже нету давно. Это они и были. Здесь контейнер с припасами. Как это мы зовут тебя? Тройный эффект найдешь? Нет. До кольца далеко. Чок. Здесь есть водитель, и здесь увеличенный тяжелый магазин. Тут третьего есть, уровня. Есть. Опа, магазин-то хорошо. Мне это нужно. Кольцо вдалеке. Время не ждет. Блин, и что делать? Что делать? На что менять? Забудь. А где я видел снайперский прицел? Знаешь, снайперский? Ну, он внизу где-то лежал. Где мы дрались. Боеприпасы прилетели. Новый лидер полностью.
Нужно вот это, да. Здесь аккумулятор щита. У меня их уже 4. О, что немного тебе, ну ладно, что будет. Я вот если первого найти, вообще было отлично. Здесь тройной эффект. Нет, на второй. Патроны нужны. Здесь есть боеприпасы для снайперской винтовки, если таков есть ваш выбор. Здесь аптечка. Мне это пригодится. Что там по зоне? Зону еще далеко побежали, о чем мы стоим? Бежать, бежать еще. Пошли на круг. На шар. Так, отсюда никак, да? Ну не, бежи, не, давай. Отстану. Сейчас надо обратно. Ой, тут не быстрее. Я бегу вперед. Ящики еще открывай по пути. Замечу враг. Сейчас меня накидают. Ну, молодец. Что начал стреляться. Один. Там тип. Вообще не попадает. Вообще, что за метка? Просто всю броню снес. Зона, тварь. Я не выжил, если останусь. Слышишь, Лёха, я не выжил. Этого нокнул, понял, и ультой кинул, а тот его поднимал, и они умерли, знаю. Ультолета, блин. Фартануло, что попало она в них. Нет снайперских патронов? Нет. Там типы теперь бегут еще до сих пор из зоны. Возможно. Зону. Пошли. Здесь вот кто-то проходил. 8 минут назад, 1.5 минуты назад. Типа вечный магазин на снайпу.
сам стреляет. Да. Одна минута до сужения кольца. Вот они. Враг в поле видимости. Открываю огонь. Так кто ни хрена себе? Прямое попадание. Я пошел, короче, патроны спекаю. Пошли. Нету? Есть. Ларвата. Вот они. Вот. Вот. Снайперский есть. Там до хрена... О, как его? Увеличенный легкий магазин третьего уровня есть. Надо убегать, Вань. 301-го там не было? Нет, без 9. Слышишь, что есть? Здесь припасы! Я тебя прикрою. Вроде никого не видно с полизи. Блин, тут это можешь забирать? Вместо 99-го. Можешь забирать? Я забрал, да. Мне мало, мне оказывается мало патронов на эти все. Давай искать. Легкие нужны? Не-не-не. Здесь легкие боеприпасы. Летели туда. Иду. Левее возьми, левее возьми. Куда летим? Пошли вот сюда. Припасы. Обожаю. Мы должны оттуда идти же все. Да, вот. Там был кто-то только что. Резали кого-то? Не вижу. Одного вырубил. Блин.
Где он? Я его не вижу. Я тоже не вижу. За горой, наверное. Ресает. Есть, на... есть гранаты кинуть туда к ним? Куда именно? Ты к ним. Он вот там хилит, одевает или что он там делает? Я не хилит, знаю, я не знаю, куда кидать. Блин. Он... Вот это, за эту гору, ладно. Сейчас. А, да, побежала уже. К нам летит этот. Там враг! Дрона убивать, не? Кольцо рядом. Патронов вообще мало. Вот они, еще одни к ним. Почитать, ну так стоит. Зашел в портал. Пошли в портал зону, пока они там сражаются. Полминуты. Кольцо поблизости. Куда целишься, так не? Это... Обнаружим враж. Хорошие новости, мы в следующем кольце. Они должны сейчас бежать оттуда, там нет. Вон они, они. Цель в поле видимости. Там доме. Я, короче, пасу этот проход. Какой, тыкни? Поверху. Тут, где, тут, вон, тут, тут полторы минуты назад кто-то видно. Пробегал. Он сзади, возможно, был, услышишь. Да, вот ему 72 одному, типа. Красная броня. У нас позиция там, хреновая. Уходим. Сейчас мы, возможно, кого-то можем встретить, слышишь? Тут вроде кто-то пробегал полторы минуты назад. Светят своим дроном. Я вообще оставил так мало.
Да. Хорошо, что крайдера не взял. Я, короче, этого попозже, Ванёк, чуть-чуть, слышишь? Давай. Давай, я до этого я тебя наберу. Окей.